никакой план. Мы сейчас с вами ждем автобус, садимся в него и едем на экскурсию на теплоходе по Москве-реке. Потом мы с вами обедаем и едем в гостиницу. Гостиница у нас хорошая, и без... мы заселяемся. Там я тоже вам... Ну, это займет какое-то время. Вот, мы с вами заселимся, и потом... Ну, у нас где-то час с вами будет заселение, и потом мы с вами идем в ЦСКА. Все, группа, да? Куда будем? Вот это будет. А? Открытие у нас завтра. Ценя, открытие завтра. Да, завтра. Ценя, а я буду плакать. О, вообще. Ну что, сейчас мы с вами зайдем в автобус, да? Загружаемся, немножко отдыхаем. Я вам там еще какие-то вот моменты тогда расскажу.